Добрый вечер, дорогие друзья, любители футбола. Наконец-то на телеканале «Видное ТВ» программа «Все грани мяча» набирает свои обороты. Мы уже выходим еженедельно, но так же, как и чемпионат России, так же, как и Еврокубки, все это набирает свои обороты и будет еще интереснее с каждым днем, с каждой неделей, каждым месяцем. Позвольте представить сразу тех, с кем мы сегодня будем обсуждать игру ЦСКА, Зенита, Локомотива, Спартака и многих других команд. Евгений Буслаев, Сергей Буслаев, мы обязательно обсудим еще и Динамо, и Константин Щербиненко, а также вы, дорогие друзья, подключайтесь к нашему разговору 541-2540 и 547-08-13, телефоны прямого эфира, звоните, давайте пообщаемся, тем более события, которые произошли на прошедшей неделе и происходят сейчас, в данную минуту. Напомню, «Спартак» Анжи сейчас играет, был перерыв, сейчас команды возвращаются на поле. После первого тайма счет 2-0 в пользу «Спартака». Евгений, с тобой все в порядке? Да, будет как стосно. Ну что ж, друзья мои, давайте начнем по хронологии, так как мы обычно это делаем. На прошлой передаче, когда мы говорили о Кубке России, мы говорили, Евгений, в частности, с тобой, о том, что если все будет хорошо, да, то «Спартак» сыграет с Краснодаром, «ЦСКА» сыграет с «Териком» в четвертьфинале, и в полуфинале «Спартак» и «ЦСКА» могут встретиться, да, и это будет интересная игра. Друзья мои, команда «Тосно» из второй лиги, которая образовалась чуть более года назад, взяла и похоронила надежды всех болельщиков «Спартака» на Кубок России, да, на то завоевание Кубка, которое, в общем-то, Федун поставил перед Карпиным, да, как одной из задач, чтобы в этом сезоне, да, побеждать. Сереж, как всегда, ты у нас забойщиком являешься. Кто вообще мог предположить, что «Спартак» вот так со своими болельщиками поступит? Ну, я думаю, никто не мог предположить. Мы смотрели с тобой, даже котировки букмекерских контор были такие, что кто поставил на Тосно, тех поздравляю с выигрышем. С большим. Там один к 10, по-моему, да, был? Ну, кто 10, а кто-то, да, другие конторы там даже к 16 были. Но факт тот, что я думаю, что «Спартак», может быть, не дооценил соперника, вышел именно одной левой обыграть, и больше никак, потому что по составу там посмотреть, «Спартак» и «Тосно», это вторая лига и премьер-лига, это, конечно, хотя там есть неплохие игроки, кстати, я переживал за «Тосно» не то, что в пику «Спартаку», там играет прошлогодний дублер динамовский Замалиев, он играл в основе, парнишка молодой совсем. Там много, кстати, игроков, которые играли. Ну, видно, они собрали. И в «Зените» играл, да. И в «ЦСКА» играли. Они, видно, Олег, собрали команду, как ты говоришь, менее года назад. Из игроков, которые были свободны. И, в принципе, неплохой тренер, да. И игру-то показывали интересную. Да. И голы красивые. Да. Вот, и могли еще красивый, забить, да. Там, да, были моменты. Но не сказать, что «Спартак» совсем уж никакой был. Давайте немножко это, честно скажем, что «Спартак», ну, класс видно, все равно команда классная. Ну, что-то где-то в каких-то моментах не везло, что-то еще, я не знаю. Тут, ну, лучше, конечно, расскажут спартаковцы, как вот. Кстати говоря, вот ты меня прям практически с языка снял. Вот посмотрите сами, да, у нас идет передача. Звонят болельщики ЦСКА, Динамо. Вот спартаковские болельщики, как начался сезон? Не было еще ни одного звонка от спартаковского болельщика. В прошлой передаче был один звонок по поводу «Спартака». Возьмет «Спартак» кубок. Мальчик какой-то звонил. Да? Был вопрос. Я пересматриваю передачу. Он позвонил, спросил, возьмет ли «Спартак» кубок России. Как раз как будто сглазил. К сожалению, нет. К сожалению, точно мы уже можем сказать, что «Спартак». Друзья мои, сегодня, к сожалению, нет у нас спартаковского болельщика. Получилось так, что сейчас, именно в эту минуту, играет «Спартак» с «Анжи». Кирилл и все матч. У нас, да, все спартаковские болельщики, и Кирилл, и Игорь у нас присутствуют на этом матче на «Локомотиве» и обещали позвонить, рассказать о их впечатлениях, да, вот что называется, с трибуны, вот по горячим следам. Жень, вот как ты думаешь, вот это вот рана, мы как болельщики, да, вот это вот рана, которую спартаковские футболисты нанесли своим болельщикам. Вот заслужили ли они этого, да, учитывая нет. уровень команды соперника, Тосно? Да нет, конечно, не заслужили. Я тебе хочу сказать по поводу Тосно, который играет в второй лиге. Вот посмотри, вы когда играли с Соколом,
тоже на Кубок России, тоже команда из второго дивизиона. Но ты посмотри, как они играли, как они бились, какая самоотдача была. Ну это Кубок. Этого следовало ожидать. Вот поэтому я говорю, что здесь больше, скажем так, действительно, сами игроки поверили, что они обыграют эту команду на одной ноге, скажем так. Но, наверное, не рассчитали, что матч продлится не 90 минут, а 120. Может быть, сил не хватило или еще что-то не хватило. И удар получился на загляденье. Удар получился у Филатова просто великолепный. Кстати говоря, я в этом связи сразу вспоминаю, как, если уж вторая лига обыгрывает «Спартак», я вспоминаю, как футбольные «Носороги» играли еще тогда в КФК, да, и вели 1-0, что называется, прямо до 90-й минуты, и Кофтон сравнял счет на 90-й минуте, ну, тогда еще было, и сыграли «Носороги», «Володарские» сыграли 1-1 со «Спартаком», пускай и на тренировочная игра была подготовка к сезону. У нас есть телефонный звонок нашего телезрителя, давайте пообщаемся. Добрый вечер. Говорите. Куда же говорить? А прям сюда и говорите, к нам в эфир. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Павел Кулинич, болельщик «Спартака». В общем-то, несмотря ни на что, что вы говорили по поводу, что не звонят спартакские болельщики. Во-первых, хочу выразить огромное спасибо «Видное ТВ» за возможность наблюдать эту передачу на интернете. Это просто громадное бальзам сердцу просто происходит. Скажите, Павел, как играет сейчас «Спартак»? Ну, «Спартак» сейчас играет 2-0, выигрывает в Анжи. А что по тосно можете сказать? Что-что? Тосно. Почему так получилось? Ну, здесь двух мнений быть не должно абсолютно. Ребята играли такой качественный футбол, показала эта команда, к которой «Спартак» был просто не готов. Конечно же, если брать профессиональную подготовку, брать уровень игроков, уровень спортивной подготовки, конечно, «Спартак» был более подготовлен, но никто не застрахован от, мне кажется, от таких вот ляпов. В том числе «Зенит», «Динамо», «Локомотив». Команда вышла просто абсолютно не готовая к тому, что с ней будут сейчас играть в серьезный футбол. Угу. Они ходили с такими лицами, это просто фантастика. Наступили на эти грабли, ну и дай бог этой команде дальнейшего развития. Мне эти ребята понравились великолепно. Спасибо. Павел, мы на прошлой передаче обсуждали «Спартак». Вы еще с нами на связи? Отключился. Жалко. Перезвонить, спросите. Да, если есть возможность перезвонить, я хочу лично спартакскому болельщику задать вопрос. А у нас есть еще один звоночек, и узнаем болельщик, какой команды нам звонит. Сорвался звоночек, что ж, будем ждать. Кость, вопрос тебе. «Локомотив», рядом с тобой сидит Сергей, «Динамо» тоже у нас прекратило борьбу в Кубке России. Ну, не знаю. Вы понимаете, почему я здесь сижу? Почему прекратили? Почему прекратили? Ну, ответ... В том плане, не почему прекратили, а есть схожесть ситуации, почему проиграло «Динамо» и «Локомотив», там, «Зенит», да? То есть сильнейшие наши клубы России проиграли на ранних стадиях, там, да, «ВВ» чуть пораньше, «Спартак» чуть попозже, но тем не менее, команде явно, в том числе и «Зенит» проиграл второй лиге. «Локомотив» проиграл у нас «Ротору», да. Тоже вторая лига. Да, Олег, «Динамо» здесь... проиграла первой лиге, «Салюту» на выезде. Да, Олег, здесь... «Салюту» — команды, которой больше нет в природе. Неважно, пропустили... Какая разница? Вы проиграли команде, которая все, банкроты, больше нет этой команды. Ну, тогда-то она не была банкрота, мы играли когда полгода назад. Ну и «Локомотив», если все-таки выигрывал кубковый матч, также мог выйти на «Салют», и просто получается, что в полуфинале бы они могли там выйти без проблем. Или в какую там стадию. Просто если говорить про «Локомотив», то хорошо даже, я считаю, что «Локомотив» вылетел на ранней стадии, потому что у команды крылья образовались на паровозе, и они сейчас идут на первом месте. И как бы кубок, может быть, отнимал бы какие-то силы. Но я хочу сказать, вернуться к «Спартаку» Тосно. Я на предыдущей передаче в шутку сказал, что Тосно выиграет.
не знаю, заметили ли вы это, коллеги, по болению. Мы это обязательно заметили ли букмекеры. Посмотрите, конечно, предыдущий эфир. Что можно отметить по «Спартаку»? Считаю, что слова Карпина, в принципе, не знаю, оправдывался он или нет, но это позор. И болельщики кидали шарфы, и кричали после этого разные кричалки на стадионе, что «Спартак так не должен играть». Но отмечу Тосно, там, кстати, играет и мой знакомый Миша Гаришвили, который вышел на замену. Вот, перед самым концовкой, там, на 85-й минуте, он поучаствовал в нескольких атаках и мог, кстати, и второй гол забить. Я просто посмотрел второй тайм, Тосно-Спартак. У Тосно было даже, на мой взгляд, больше моментов, больше, чем у Спартака. Точно. И команда подошла в такой атмосфере дружной, что это было видно одно единое целое. Что про Спартак нельзя было сказать. У Спартака были все игроки основного состава. Да, я согласен. Тот же самый Митрюшкин, про которого мы говорили на предыдущих передачах, что он не может там стоять и быть основным голкипером, на мой взгляд, он доказал. Он спас в таких ситуациях, что да. Ни один Дикани, Ребров и Паршевлюк. У нас есть телефонный звонок, давайте пообщаемся, а то у нас наш телезритель ждет и хочет высказать свое мнение. Добрый вечер. Псяков. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел задать вопрос. Вы, наверное, смотрели первый тайм матча Анжи-Спартак. Да. И как вы считаете, это как бы тренер не угадал составом или игроки полностью не выкладываются? Нет. Про Анжи, наверное, вопрос. Про Анжи, да, вопрос? Сейчас, Анжи Спартак, первый тайм. Да-да-да, это я понял. Не, ну я считаю, что это... Мы говорили с тобой. Мне кажется, Анжи все-таки дает о себе знать то, что они в четверг играли матч, и очень напряженный на матч. Выезде. Да, на выезде. И очень неплохо сыграли. Mm-hmm. Именно незаслуженно проиграли, я считаю, что матч... Абсолютно незаслуженно. Явно незаслуженно, да. Пускай там не засчитали гол, но у них не везло, там фантастически не везло. То есть мяч не шел в ворота. Но сыграли хорошо, действительно. Сыграли против команды, очень да. Великолепно. И вот я же, когда смотрел, я боялся, что вот как бы со Спартаком это не аукнулось, понимаешь? То есть люди отдали все силы, потом перелет, значит, не знаю, куда они в Москву прилетели оттуда, из Голландии или в Дагестан. И вот, и сейчас игра со Спартаком, и там идет снег, я не знаю, там, конечно, поле там... Ну, я посмотрел опасный момент, да. Сереж, и могу сказать, что Анжи мог даже сравнять. Да, момент после 2-0, да. А Япуряну там промахнулся с такой... Бухаров был момент, с такой позиции. Я вам, ребята, больше скажу, потому что, учитывая, что матч Анжи, да, с Алкмаром начинался в первом часу ночи. Да, да. В первом да. часу ночи. Получается, уже пятница еще думаю, получается, такой... Олег, по-нашему. Да, да, я еще думаю, ой, смогу ли я да, досмотреть до конца, да, матч почти в 2 часа ночи должен был закончиться. Я смотрел, просто не отрываясь. Аналогично, Олег. Я не мог уснуть потом до трех. Настолько Анжи был великолепен. Да, в скорости, комбинации. Все мне нравилось, кроме одного. Да, не сбивай. Что да, Смолов да. и Бухаров, ну я не знаю, что с этими игроками нужно делать. Ну, где-то про Бухарова. Хотя, знаете, я могу сказать, что Смолов в предыдущем матче с Генком, я считаю, показал очень качественный и хороший футбол. Но это его беда, что из одной в другую игру он не может передать. Ребят, он больше пользы приносит, он очень много мячей раздает. Давайте, вот ты с Генком упомянул матч, но он был как распасовщик там, больше полезен. Смолов мог и отличиться. Ну, забить мог, да. Наш телезритель абсолютно точно не распасовщик, а звонившийся к нам в эфир. Добрый вечер, давайте пообщаемся. Лю! Добрый вечер, да, слушай. В матче Анжи-Спартак счет 2-1. А я хотел сказать, что Анжи... Интрига, огромное спасибо. Огромное спасибо нашему телезрителю. Интрига. Это болельщик из Дагестана, кстати, звонил. Да, отлично. Вот, вы знаете, у нас... Два человека сейчас находятся на стадионе. Мы молчат. Ждем от них звонка, и они молчат. А вы дозвонились из Дагестана. Огромное вам спасибо. И мы уже посредством вас будем узнавать, что называется, счет. Мы сейчас заговорили про Смолова. Обстановка в студии оживилась. Отдавил тем временем Япуряна, который, кстати, мог в первом тайме мы в раздевалку. Что, да, раздевалку. Эх, зря продали. И мы говорили с Евгением перед эфиром, то, что когда счет мы уже знали 2-0 после первого тайма, что может повториться судьба Динамо, ЦСКА.
предыдущем туре чемпионата не России. Не исключили такой ситуации. Только теперь Анжи сыграет точно так же со Спартаком. Ну что ж, посмотрим. Друзья мои, мне кажется, сейчас на Локомотиве будет очень интересно, очень захватывающе. Поговорили мы о Спартаке тосно. Надеюсь, что футбольные функционеры, да, тренеры, владельцы клуба сделают определенные выводы. По крайней мере, по первому тайму мы это видим. 2-0 Спартак вел. Может быть, в перерыве также расслабились и получили один мяч. Хотя, естественно, Анжи, как я уже сказал, в игре в Кубке УЕФА выглядел великолепно эта команда. Просто великолепно. Давайте переходим. Переходим мы к чемпионату России. У нас был центральный Евгений. Да, я сразу, здесь, да. Состоялся у нас центральный матч тура. ЦСКА, Зенит. Игра мне понравилась, скажу сразу. Игра мне понравилась. И накал был определенный, и нерв, и комбинации красивые. И до последней минуты мы не знали, естественно, кто победит. Да, кто-то не знал, кто экранный телевизор смотрел, он не знал. Да. А тот, кто находился на стадионе, те... ну, вот Евгений даже знали, да, вип выделили одно место. Да, Евгений, как он на стадионе был, сидел в ВИПе, так и здесь практически ВИП. Жень, расскажи, пожалуйста, взгляд с трибуны. Как смотрелась эта игра? Взгляд с трибуны очень даже замечательно смотрелось все. Немножко, скажем так, с проходом на стадион возникли проблемы, да, потому что пускали не всех, и поэтому к началу матча сам с трибуны показались мне, как будто они не забиты до конца были. Но, телевизионная картинка тоже дала. Тоже дала, да. А потом все больше, 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 больше. Даже мне показалось, что поскольку суппорт, который была поддержка у ЦСКА, вот, растянули большой баннер и устроили фаер-шоу, я думаю, что это планировалось перед началом, то есть они не успели даже это организовать, а организовали в начале второго тайма. Что по самой игре, ну... захватывающая игра была, что с одной стороны, что со второй стороны. Видно было, что после того, как Халк попал в штангу, люди, сидящие здесь, говорили, что давайте как-нибудь уже в конце концов накрывайте Халка, потому, поскольку он левой ногой очень здорово бьет. Если он, и правый. И правый, не, ну в основном он левша же, да? Да, или... конечно. Вот, и после этого стали как-то его накрывать. И закрыли его полностью. Ну, естественно, замечательные, великолепнейшие удары Георгия Миланова. Такие, по-моему, ну не берутся даже вратарь. По-моему, просто проводил взглядом это действительно украшение просто. Не зря все-таки украшение взяли Миланова, говорили тут в разных СМИ, писали, что Миланов, ну, все-таки он игрок под «Зенит» был. Ну, пора. И он нет, все-таки... Он... Женя, да, а что с Думбией-то? Что-то как-то он не особо так... Мне кажется, что он еще не полностью набрал форму. Его хватает, грубо говоря, там, ну, минут на 60. И все. Ну, в принципе, максимум, да. Он во втором тайме в «Динамо» тоже он там сдал немножко. Тоже сдал немножко. Но я думаю, что надо было поменять. А поменять, поскольку у нас скамеечка коротенькая. Да. А Кенфеев ничего делал больше? А, нет, Кенфеев вот в этот раз он играл и нужно... И не нужно, все выносил вал. Ну, то есть он спас в конце от Киржакова. Киржаков, это вот здесь он подтвердил действительно, что он мастер мирового уровня, потому что такой мяч вытащить, я уже думал, ну все, вот летит. Он уже падает. Уже падает, как он прыгнул там. Мяч меняет направление, он откуда там из-под себя. Ладошки, да. Поэтому я думаю, что как бы мы ни говорили, что Игорь плохо сыграл или сыграл, допустил такую грубейшую ошибку с «Динамо», но я думаю, что... Мастерство все равно. Интересно, что зритель, который постоянно звонит из передачи в передачу, который в предыдущей передаче про Акинфеева очень плохо высказался, вот что он думает по этому? Ну, мы сейчас можем сразу обратиться. Юрий Сергеевич, звоните. ЦСКА-то уже пора, уже мы обсуждаем ЦСКА, пора уже... Вот смотрите, какая тенденция определенная. Тошич, левоногий игрок, играет на правом фланге ЦСКА. Халк, левоногий футболист, играет на правом фланге Зенита. Хотя ни в сборной, ни Тошича, ни Халка тренер не использует их на правой позиции, правого вингера. В чем дело? Ну, потому что, ну, скажем так, слева у нас кто сейчас может сыграть? Цубер? Цубер пока явно не готов. Значит, туда, там играет Муса, который точно играет слева. Он не будет играть справа. Хотя они по ходу игры менялись. Муса чистый правша. Они менялись по ходу дела.
Я просто не понимаю. Эта тактика, она даже в европейских командах мы видим, когда левоногий игрок переводится на правый фланг, а когда правоногий на левый, и идет смещение вправо и, соответственно, влево, и игрок бьет, то и ногой, забивает, удобнее, и хорошо даже атаку проводит. Это если со смещением. Если чисто, грубо говоря, правый и левый играет по своим флангам, то это чисто навес. Вот как вот Жирков. Я согласен. А в ЦСКА мы знаем, что все игроки двуногие, правильно? Конечно. У нас есть телефонный звонок. Давайте пообщаемся с нашим телезрителем. Добрый вечер. Добрый вечер, Юрий Сергеевич. Приятно слышать. Ну так, что хорошо, то хорошо. То, что плохо, я говорю плохо. А как иначе-то? По-моему, мы все с вами так, мы же одинаково. Если команда сыграла плохо, значит, или кто-то там сыграл плохо. Что не понравилось? Что хорошо, это удар Миланова, это игра Кенфея, всей команды. Что не понравилось? На мой взгляд, Жень, тоже все время выпадает из обоймы. Абсолютно. Ну, вот видите, у нас с вами одинаковое мнение. И еще, опять реализация моментов. Не попадает Муса. Ну уж выдали как конфетку. Ну, по поворотам-то надо попасть с 8 метров. Или Думбии дал Муса пас. Великолепный. И опять не получается. Ну так же нельзя играть. Ведь соперник не даст вам, нам с тобой столько возможностей, сколько мы захотим, чтобы в конце концов закатить там какой-то мяч. Ну а удар Миланова великолепен, но правильно сказал Слуцкий. Это больше случайно так. Вот если он захочет еще раз, уже не получится. Он говорит, мы, конечно, будем рады, если он будет нам так забивать. Ни один футболист, ни Пеле, ни Марадоны не смогут забить одинаково похожие мячи. Только Роберто Карлос со штрафного. И Бородюк. Но, тем не менее, главная команда сыграла хорошо, надежно в обороне. 3 очка в копилке. Хорошие контратаки были. То есть приятно было смотреть. Не то, что с «Динамо» второй тайм, когда за 20 минут 4 мяча влетают в ворота. Юрий Сергеевич, а вот после этого матча с «Зенитом» на какое место может претендовать команда по итогам сезона? А вы знаете, очень трудно сказать. Сейчас вот примерно 5 команд, ну там же небольшой отрыв, скажем, ЦСКА, «Динамо», там, сколько у вас, 39, по-моему, Сережа, да? Да, на 2 очка разница. Значит, на 2 очка отстает. Ну, «Спартак» сегодня немножечко может уйти вперед, если он выиграет, у него будет 42, если я не ошибаюсь. Да. Он выйдет на второе место. Ну, отстаем побольше, конечно, от «Локомотива». Увы, ну что делать? Ну, все зависит от того, как команды будут играть. Кто, например, думал, что «Спартак» проиграет «Тосно»? Да. Я думал, Юрий Сергеевич. Я не думал, а я сидел и думал, весь вопрос только в счете. Да. Что «Спартак» выиграет. И я ошибся. А у «Спартака» вообще такая ситуация, что они готовились сколько? 3 месяца, и за 2 матча ни одного не забили гола, получается. И только вот сейчас их расстрелило. Совершенно верно. На мой взгляд, вся вот эта пятерка, которая сейчас она возглавляет турнирную таблицу, вот из них и будут, естественно, и на первой, на второй, на третьей. То есть вот это вот претензия. Потому что все, кто дальше за армейцами, ну, скажем, сегодня Краснодар с Томи сыграл уже в ничью, мы с вами это знаем. Да, 1-1. Вот, то есть они как бы, нет, Амкар тоже сыграл в ничью, тоже как бы не особенно не приблизился. То есть все равно остается эта пятерка. А уж кто из них, вы знаете, затрудняюсь сказать. Потому что прошлый матч армейцы сыграли плохо, сейчас сыграли хорошо. Следующий матч мы не знаем, как сыграем. И я не знаю, как они сыграют следующий матч, та же Санжи. Ну, да все так играют. Ну, тем более, что у армейцев-то, простите, вся команда то, что на поле. Некем усилять. Вот Слуцкий сидит и гадает, господи, а кого поставить вместо того или другого? Допустим, Тумбию заменить, а кого поставить? Потому что сильнее, к сожалению, нет. Не, ну что значит кого поставить? Ну, поставьте слева Цубера, а Мусу вместо Думбия выдвигай на острие атаки. Ну, ты же понимаешь, что усилять у армейцев некому. Короткая скамеечка, к сожалению. Да, согласен. Это и не «Динамо», это и не «Локомотив», это, извините, и не «Зенит». Юрий Сергеевич, ЦСКА возвращается в чемпионскую гонку? Думаю, что да. Ну, чемпионскую-то вряд ли. Да. Ну, желаем вам место в тройке. Я не хочу сказать, что этот путь будет гладким, но, тем не менее, во всяком случае, еще ведь 9 туров, насколько я могу судить, да? Да, это 27 очков. Так что вся борьба еще впереди. Кто с кем как сыграет. Ну что ж, будем... Кто знал, что «Локомотив» с «Амкаром» тоже, извините, сыграет по нулям? Я ж знал. Ну, там...
Амкар не проигрывает дома никому. Амкар, да, она такая команда, которая очень трудно их обыграть. Спасибо, Юрий Сергеевич. Подключайтесь к разговору. А мы еще немножко обсудим ЦСКА «Зенит». Жень, вот да. Скажи, пожалуйста, да, Юрий Сергеевич, и мы на прошлых передачах говорим о том, что «Зенит» самый богатый клуб у нас, да, ЦСКА, там, по-моему, там седьмой или восьмой у него по бюджету, короткая скамеечка. Вот я сейчас задал вопрос Юрию Сергеевичу, возвращается ли ЦСКА в чемпионскую гонку? Знаешь, тоже вопрос задаю тебе. Да, я думаю, что этот вопрос, наверное, отвечу тебе в следующий понедельник. В следующий, да. После игры с Анжи. После игры с Анжи. И если мы сыграем, потому что мы будем играть на Анжи-арене, то да, есть в Дагестане на выезде, если мы сыграем там, скажем так, с положительным для себя, то есть плюс 3 возьмем очка, то, скорее всего, да, можно сказать, что мы все-таки цепляемся за гонку. Просто я если... почему еще и этот вопрос и тебе, Юрию Сергеевичу, задал. Потому что у ЦСКА сейчас, календарь. Анжи, там, Волга, да, Крылья, да, Советы. Да. То есть, да. 4-5 матчи такие. Ну, потом там Рубин будет, ну, тоже как-то, да, не подарок. Да. Но сам факт, что сейчас вот 4 вот тура у ЦСКА нормальный, хороший график. Волга, да, вот. ЦСКА просто Анжи. Надо будет побеждать и рассчитывать на осечку, да, 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 лидеров, конечно, по турнирной таблице. Нет, ну, вспомните, как ЦСКА это... на 11 очков отставал от «Зенита». Да, когда время. Вот эти вот, да, пятиматчевая у них серия была. И в итоге сейчас, они 5-5 вот тогда выиграли. Да, и ЦСКА, если не ошибаюсь. Уже подтягивается. Обошел. Стоимость игроков, ЦСКА идет вообще-то на третьем месте по суммарной стоимости игроков. На первом месте прав «Зенит», во втором сейчас «Динамо» вышли, потому что накупили этих дорогих игроков. А ЦСКА на третьем, у них дорогие игроки. Дорогие игроки? Которые, да, которых, допустим, они сейчас продадут, там, ну это по сайту немецкому, этому я смотрел. Ну, да, да, то есть если они сейчас продадут, то они выручат третью сумму в России. Ну, я так, нет, я понимаю, страдаю. Но ты тоже должен понимать, что тот же Витиньо 10 миллионов, Миланов, Жень, везде посмотрел, даже Цуберы, все эти Думбия, они были куплены за не те, ну, деньги, сейчас, да, которые сейчас не стоят сейчас. Посмотрел, да. Я посмотрел, Жень, я зашел на сайт этот Трансмаркет немецкий, там он сейчас стоит 7 миллионов, то есть сейчас оценивают Европу его как 7 миллионов. Думбия? Нет, этого Витиньо, да. Думбию я не смотрел. Ну, по Витиньо, да, смотрели. Ну, 7 миллионов евро. Евро, да, естественно. А заплатили евро. 10 миллионов долларов. Да? Да? А, ну я не, просто не знаю. Поэтому, я знаю, что это, да, бразильцы не отрицают, что за 10 продали. Там даже есть статейка, ссылка, что... Давайте... Я, можно почему, «Зенит»? А почему ЦСКА, Сереж, почему ЦСКА на вот трансферном окне ни одного приобретения? Ну, мы уже неужели обсуждали, почему, Жень тебе объяснял. Они... Усиление команды. Во-первых, Гиндер сказал, почитай. Да нет, просто я считаю, что уровень Вагнер-Лава такого игрока сейчас очень не даже. Где найти уровень Вагнер-Лава? Где? Я знаю где. Кстати говоря, в Китае. Китай. Китае, да. Я по «Зениту» можно добавить, потому что мы про ЦСКА немножко обсудили, как играли ЦСКА. А «Зенит» я посмотрел и сегодня соглашусь, прочитал статью Ловчева по этому матчу как раз ЦСКА-«Зенит». Он сказал, что обратите внимание, как не хватало Широкова. Не хватало кому? Не хватало Халку. Халка не снабжал никто так мячами, как Широков раньше. Ну да, он немножко глубже, да, пытался. И Халку тут, да, 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 правильно, Женя, он уходил, он искал мячи, он менял позиции, ничего не получалось. И вначале, вроде бы, как мы посмотрели, «Зенит»-то ты был на стадионе, «Зенит» выглядел-то неплохо. И первые 15 минут, и вот, да, штанга была. Но потом вот что-то, да, вот разладилось у них, и не пошло ни заменами, ничем. И жалко, конечно, Симака, дебютный матч был, как тренер его. Вот. Евгений уже у нас был, да, на стадионе, мы уже сфотографировался с Сергеем Богдановичем. Он общался даже с Сергеем Богдановичем. Весь интернет. Пожелал ему удачи в Европе. Да, да. Место в тренерском штабе не уже, нет, это было бы совсем замечательно. Костя, я тебе что-то хотел сказать, да? Друзья мои, хорошо, мы говорили ЦСКА, «Зенит». Поздравляю всех армейских болельщиков. Поздравляю, Жень, тебя в лице болельщиков ЦСКА. Переходим к другому матчу, не менее интересному. «Динамо-Кубань». Понятно, там свои подводные течения. Петреску играл со своей бывшей командой из Кубани, откуда он и пришел, в общем-то, в «Динамо». Я честно скажу, я ожидал, что «Динамо» не возьмет 3 очка. Вот, в общем-то, это взяло случилось. Одно. Не, ну я на прошлой передаче говорил, что, да, «Динамо» не проиграет. Он «Динамо» не проиграл. Могли взять 3 очка, они могли взять 3 очка, но... Но если очень бы тяжело, игра, Олег, игры это... продолжались по, там, ну, да, Амкар, по 70 минут, Амкар и могли. Кубань, и Краснодар, вот там такие матчи тяжело, да, с ними играть. Там они, ну, «Динамо» практически там, я не знаю, редко берет там 3 очка. И поэтому
надежда была, конечно, после матча ЦСКА, ну вдруг там, да, они там выстрелят, также проведут матч. Но, естественно, не было таких скоростей, не было такой игры, как с ЦСКА. Но а момент... знаешь почему? Да. Динамо, как всегда, с ЦСКА проводит лучший матч. Ну, да, ну матч, это всегда так. Не надо меня обвинять. А самое лучшее, то, что вы до нас дозвонились. Давайте. Добрый вечер, давайте пообщаемся. Неужели? Не 2-2. Алло? 2-2? Да нет. Алло? Да, да, слушаем вас. Нету 2-2, нету 2-2. Не радуйтесь, да, да, Паша? Олег, не надо радоваться. Мяч не засчитан. Ах, да вы что. То есть 2-0 остался счет? 2-1. 2-1. Олег Александрович, это Павел Кулич, болельщик Спартака. Ну как можно не узнать болельщика Спартака? Ты хотел вопрос. Да. Я хотел бы просто отклониться от темы нашей беседы и, пользуясь случаем, в этот радостный день я тоже хочу поздравить с днем рождения одного из самого главного человека. Ярчайшего представителя болельщика ЦСКА. Верочек. Болельщицу ЦСКА, да, согласен, абсолютно. Пожелать ей здоровья. У нас прям передача «Утренняя почта» практически. Здоровья ее мужу, ее детям. Спасибо большое. Спасибо большое. Присоединяемся к поздравлению. Жень, ты тоже хотел поздравить. Да, поздравляю Веру с днем рождения. Я желаю, чтобы команда ее всегда побеждала. И побеждала она над командой ее мужа. Регулярно побеждала над командой ее мужа. Это уникальная ситуация. Семья, кто-то болеет за ЦСКА. А теперь вернемся. Возвращаемся к Динамо. Кубань-Динамо. Ну, динамовцы испытывали, конечно, проблемы в обороне с тем, что я говорил, что наигрывался Самбо, всю пресезонку провел Самбо с Гранатом в центре. То есть Фернандес с Гранатом немножко не понимали друга. Вот пришел откуда мяч, когда Кубань забивала. То есть центральная зона. Плюс проваливали... Один игрок Самбо, который делает результат. Ну, проваливали центр поля и Нобу вместе с Денисовым. То есть они отдавали. То есть Кубань проходила спокойно. Хотя ты говорил, что вот Кубань во втором тайме, там Динамо что-то. Но они ничего не... Олег, я не что-то говорил. Я говорил, что Кубань во втором тайме возила. Что она возила? Динамо. Один хоть удар по воротам провела, вот кроме гола, и все. Больше не было ударов. Возить были. Можно возить хоть 90 минут. Ради бога, возите. Ну, нет, одно дело держать мяч, держать. Как это любит делать, а что они делали? А другое дело возить. Ну возили, но они не нанесли, практически одного опасного момента и не было. Барселона тоже возит, но она забивает. Ну, не повезло, да. Вот, ну, я не знаю. Я расстроен. Я думал, что, конечно, была установка тренера, что держать счет 1-0. Ну, как можно вот, держать счет 1-0? Как ЦСКА удержали счет 1-0 с «Зенитом». Нет, я думал. Но Петреску на пресс-конференции сказал, что я не давал такой установки. Я им говорил, давайте играть. Не знаю, почему они отошли в оборону и отдали и стали играть вторым номером. Почему это произошло, непонятно. Должны были... Ну, не посмотрим. Ну, а сейчас... такая... К сожалению, вот у нас нет еще одного болельщика «Динамо», который нам тоже часто звонил. Владимир, давайте уже подключайтесь. Сезон начался. Уже вовсю идет футбол. Да, у вас я не могу отдуваться один за команду. Да. А Кубань такая команда, которая может не использовать все моменты. Даже может у них будет один всего момент за игру. Они воспользуются им, забьют. А Фернандес, на мой взгляд, это человек, это игрок, который сейчас не вписывается вообще в команду. Сдал согласие. Согласен. Не, ну, ему сколько? 32 года? Он как на замену нормальный. Да, он, видишь, выходит. Он хорошо играет головой. Хотя да, это... на замену ЦСКА он неплохо вышел. Но, да, он вышел. Динамо не потерял. Динамо потерял двух защитников в игре с ЦСКА. И, в принципе, когда вышли на замену Уилшер и Фернандес, они не испортили игры. Они нормально также Динамо начали даже при них и забили 74 мяча, если так на то пошло. Ну, если на то пошло, наверное, все-таки признаемся, что действительно Динамо в игре с ЦСКА во втором тайме перепрыгнули выше своей головы. Мы сыграли с ЦСКА и с Кубанью, взяли 4 очка. И плюс эти голы, которые, ну, может быть, в какой-то степени вот залетели, да? Да, в ЦСКА не залетели. Не в каждой игре они залетают, да? Такие мячи не в каждой игре. Взяли 4 очка в матче ЦСКА и с Кубанью, я считаю, неплохо. Потому что, тем более, календарь у Динамо наисложнейший. Осталось 2 матча дома и 7 на выезде. В отличие вот от «Локомотива», вот Костя скажет, да. У них там 5, да, у вас дома? У нас домашний матч, да. 5 матчей дома, и то там остальные там... 2 подряд. А следующий у вас игра с «Рубином», по-моему. Да, дома с «Рубином». Мы играем с «Рубином» практически предпоследний. «Рубин», который сейчас набрал ход, тот же самый «Дивич».
нападающий, который в первой игре забил. Там ждали, и отдал в том числе голевой пас. Поэтому ну что ж, посмотрим. Давайте идем дальше. Я, честно говоря, да, когда объявлял о том, что какие у нас матчи состоялись, назвал центральной игрой тура матч ЦСКА-Зенит. Но, если честно, по игре и уже, что называется, даже после первого тайма, я вот себе дал такую вот установку, что по игре, именно по игре, а не по вывеске, лучший матч тура – это «Амкар-Локомотив». Не знаю, Костя, насколько тебе… Да, Олег. Вот я видел игру и одной, и второй команды. Я не видел, как команда играет в центре поля. Это постоянные атаки, это постоянные контратаки. Это вот… ритм игры был просто восхитительный. Я смотрел просто с удовольствием матч «Амкар-Локомотив». Ну, что я могу сказать про этот матч? Наверное, каждый подтвердит, что команда «Амкар» — это самая проблематичная домашняя команда чемпионата России, которая еще ни одного поражения не потерпела на своем поле. Очень жаль и обидно, что игроки «Амкара» говорят о том, что «Локомотив» играл всего лишь забросами, и было очень легко с ними играть. Uh-huh. Но тогда забивайте голы, тогда побеждайте «Локомотив», побеждайте действующего чемпиона страны по итогам 21 тура. «Локомотив», на мой взгляд… Хорошо прозвучало. Действующий чемпион страны. Действующий пока я не сдал полномочий. Я, честно говоря, впервые встречаю такую постановку. На данный момент. Это можно после каждого тура. Давайте закончим чемпионат. Я больше чем уверен, что и в 22-м туре мы также будем лидировать. Что, вернемся к нашему матчу. Что можно сказать про «Локомотив»? Я вообще рассчитывал на победу, конечно, впервые. Все-таки я вспомнил прошлогодний матч, когда 4-2 «Локомотив» выиграл на выезде у «Амкара». Тогда свой первый гол забил молодой игрок сборной, это Миранчук, которого иногда привлекают Капелло. Что сказать по этой игре, что «Амкар» имел большую возможность забить, но не забил. Даже, хочу сказать, что даже большую реализацию моментов, чем у «Локомотива». Больше. «Локомотив» сыграл так, как должен был сыграть. Они взяли очко в Перми, и на турнирной таблице это очень хорошо отобразилось. А вот если бы взяли бы 3 очка, да, то это было уже… представляете, какой разрыв был бы там? Ну, сколько? 6 40, очков, по-моему, 47, было. Да. Ну, понимаете, Амкар, да. Амкар – это не Анжи, где можно было взять вот 3 очка. Хотя сейчас Анжи очень хорошо усилился. Вот, и посмотрим, как они могут даже сейчас, наверное, у «Спартака» отобрать очки. У «Локомотива» впереди матч с «Уралом» и впереди домашний матч со «Спартаком». Да. Я уже из ряда к ряду отмечаю, что этот месяц март, на мой взгляд, будет решающим для моей любимой команды, в которой главный тренер Леонид Кучук и тренер открытия. Тренер открытия, который может сказать каждому, кто где, на какой позиции должен играть, что он должен делать. И «Локомотив» просто выходит, и я на самом деле просто… теряюсь, когда вижу, что Павлюченко в центре поля вырывает мяч и дает голевой пас. Вот это было в предыдущей игре. Это было в предыдущей игре. Давайте вот какую тему с вами обсудим. Я, конечно, понимаю, что до окончания чемпионата 9 туров. Да? Все будут терять очки, это однозначно. Может быть, цена каждого очка, да, где-то за 2-3 тура будет иметь вес золота уже по-любому. Какой вопрос хочу задать? Те очки, которые потерял ЦСКА в игре с «Динамо», а я уверен, что ЦСКА потерял в этой игре, «Динамо» с «Кубанью» потеряли очки, чего там греха таить, с «Амкаром», команда, претендующая на чемпионство, тем более «Локомотив» в прекрасной сейчас форме находится, потерял в какой-то, могу сказать, в какой-то степени очки. Из всех команд вот насколько «Локомотив»… это может аухнуться в конце сезона? Это может только создать большую конкуренцию. Ажиотаж, чемпионат вообще просто будет непредсказуем. Ну вот эту пятерку и будет лихорадить, я думаю, будет. Много интересно. Кто-то будет то, терять. Скажешь, «Динамо» и «Локо» потеряли очки, это нам позволило приблизиться к ним, угу, хотя бы на 2 очка. Я думаю, что будет просто замечательная весна нас ожидает. Но могу смотрите, сказать, сейчас Олег, отрыв от «Локомотива» ЦСКА 7 очков. 7 очков, да. У «Зенита» это… 3 очка. А «Спартак» сейчас играет, пока еще не доиграл. А сколько всего очков осталось до конца чемпионата, вот так если брать? Ну, 27. Если все выиграли. 7 это очень много. Это много очков. Это если даже мы может Анжи подняться. А если учесть, допустим, что ЦСКА в Принц Слуцком играет с аутсайдерами,
очень хорошо, а не с топами, скажем так, тот, который находится в топе, мы играем плохо. Будет то «Зенит», а с топами будет... ЦСКА играет только в последнем туре с «Локомотивом». Вот и я говорю, со всеми уже остальными поэтому... сыграл ЦСКА. Да, вот поэтому я к чему и подвожу. Потому что сейчас у нас остался Анжи, который, скажем, занимает нижнюю турнирную таблицу. Ну, который он борется за каждое очко. После 21 тура. Я к тому, что мы... Слуцкий знает, как играть с аутсайдерами. Да, поэтому если мы возьмем свое и еще не знаю, как это будет. Мы видели в прошлом году, как ЦСКА играет с аутсайдерами, как ЦСКА терял очки с аутсайдерами. Я могу даже отметить, что Локомотив ЦСКА – это та встреча последнего тура, где также может быть вопрос золота. Это будет, мне кажется, золотой матч, как в свое время Локомотив, кстати, с тем же самым ЦСКА играл. Да, но Локомотив… Я думаю, что если это будет золотой матч, это будет украшение всего чемпионата. И мы посмотрим его здесь. Да, Олег? Я не против. Дай бог, в прямом эфире. Хотя, может быть, с другой стороны, было бы хорошо посмотреть на стадионе. И вообще, мы как болельщики должны смотреть. Давайте еще раз вспомним результаты всех матчей, которые состоялись у нас в 21-м туре. Ну и немножко, как бы, да, еще добавим те игры, которые не успели войти в наш отчет, они состоялись вот буквально, что называется, несколько минут назад, а одна игра еще у нас и идет. Итак, у нас «Зенит» ЦСКА 1-0, все понятно, да? Ростов переиграл «Крылья Советов» в гостях. Ростов молодец, не теряет, как говорится, самообладание. Терек у нас проиграл у нас, да, Уралу. Очень такой интересный 2-1. Матч был. Матч все интересный. Три минуты. Да, за три минуты забили там три мяча. Вот. Следующие у нас итоги. У нас Рубин победил 3-1. Наконец-то Волгу обыграли. Наконец-то Рубин под руководством Белендинова, да, взяли первые очки. Ну и Алкмар чуть не сказал. Амкар, да, с Локомотивом 0-0 и Кубань-Динамо 1-1. Вот такие результаты. Ну и хочется добавить, что сегодня Томь-Краснодар, да, только что начался матч. Недавно 1-1. И вот как играет Спартак, мы вот все ждем. Никак время уже подходит к концу. Этот матч, никак. Да, еще 3 минуты. Наши болельщики, которые обещали, честно говоря, позвонить прямо со стадиона. Ну, наверное, матч напряженный, Олег. Рассказать, как это все. Идет 88-я минута сейчас, до сих пор Спартак преимущество 2-1. Так все-таки 2-1? 2-1, 2-1, конечно. Япурян забил. Не засчитали второй, наверное. Второй не засчитали. Да, 2-1. И кто знает, может, все-таки Анжель преподнесет сюрприз. Ну что ж, остается несколько минут. Давайте еще мы немножко коснулись уже этой темы и коснемся еще турнирной таблицы. Коснемся турнирной таблицы. Мы говорим, что Локомотив, Зенит и Динамо потеряли в этом туре очки, что позволило, в общем-то, ЦСКА. И если Спартак выиграет, да, Спартаку подняться на второе место в случае победы сегодняшней над Анжи. Ну, а ЦСКА вплотную приблизилась, в общем-то, к Динамо на расстоянии 2 очков. Я так думаю, что первая пятерка будет бороться за самые высокие места, да, самые высокие места. Ну, а... Все остальные будут, в общем-то, держаться. Серединка, понятно, у нас будет бороться, наверное, больше за какой-то собой, престиж. Там, да, за престиж, да, за 8-е, 9-е, 10-е места. Не, ну там 6-е место дает. Посмотрите, какая интересная у нас ситуация разворачивается в нижней части турнирной таблицы. У нас Анжи, на Терек, Томь. У нас Том и Урал. Урал за счет того, что в двух играх две победы, 6 очков взяли. И за счет этого они, в общем-то, поднялись на Тарханов. И очень трудно будет противостояние с Локомотивом. Вот, чтобы не говорили там про Урал и что про Локомотив не говорили, что Локомотив может взять там без проблем эти очки. Угу. 3 очка плюс 3. Я могу сказать, что Урал может даже преподнести сюрприз. И тем не менее будет еще чемпионская гонка в самом разгаре. Чемпионская гонка еще какая будет? Сейчас начинается борьба тренеров, я считаю. Да. Потому что вот сейчас Кучук, да, тренерская команда. Черчесов с Амкаром, тренерская команда. Да. Тарханов сейчас взял Урал. Ты посмотри, как Урал преобразился. Те же игроки остались. Тоже Динамо, ЦСКА, Слуцкого тоже. Понятно, что Слуцкий выстраивал команду. Сейчас можно сказать, что его команда. Вот с Зенитом непонятно, да, сейчас приходит, как говорят, Вилош Бош. И что это будет за команда, и как он ее будет выстраивать. Набирал игроков не он,
кроме Халка, он практически никого не знает. Что он сейчас по ходу сезона сделает с командой. Вот почему бы не поживем, увидим, посмотрим футбол и сделаем свои выводы. Каждый понедельник в 20 часов на телеканале «Видное ТВ» мы смотрим «Все грани мяча» и обсуждаем в живом, таком нормальном, болельческом диалоге, обсуждаем то, что мы любим. Футбол. Друзья мои, огромное спасибо всем командам, как говорится, удачи в следующем туре. Ну а вам, как всегда, болейте за своих. До свидания.